Это пицца очень вкусная. Не говори, когда у тебя во рту еда, милая. На здоровье. Я помогу вам. Дай тарелку. Тарелку. Закончилось уже, давай. Ты другого места для уроков не нашла? А что здесь не так? Ты царапаешь, дочка, этот стол. А нет, пусть спокойно себе занимается. Что ж такого? Посмотрим, что ты делаешь. У тебя есть уроки? Нет, это джантан. Я завтра буду отвечать у доски. Потом мне нужно выучить это все. Они и так только и заставляют учить. Система неправильная. Разве я не прав, госпожа Джандан? Ты поможешь мне выучить? Не помогу. То есть я против заучивания, дочка. То есть... Знания нужно изучить, а не просто выучить. Разве я не прав, госпожа Джандан? А мне помочь тебе? Правда? Хорошо, тогда вы занимайтесь. Какой именно тебе нужно выучить? А сначала я выучу это все. Все, сестра, я посмотрю последний раз. Начинаем. Свои повседневные дела мы делаем в определенном порядке. Это первым делом встать с кровати, умыться, переодеться и позавтракать. А наши дела, связанные со школой, это встать вовремя, позавтракать и вовремя выйти в школу. После возвращения из школы отдохнуть, потом сделать уроки. А вечером нужно подготовить свою форму и портфель. И вовремя лечь спать. Такой распорядок мы можем устроить. Браво! Ты честно, ты все прям заучила. Как это? То есть ты отлично все запомнила, смотри. Молодец. Что еще? У тебя есть другое задание? Вот есть этот параграф. Ты сейчас поработай над ним, потом я приду и с этим помогу, хорошо? Хорошо, сестра Джанда, давай учи. Я сейчас вернусь. Господин Дамир, чай или что-то еще желаете? Нет, нет, госпожа, спасибо. Что еще вам делать? Вы позанимались? Да, занимались. Знаете, я вам завидую. Моему состоянию не позавидуешь. Нет, то есть не так. Я не в этом смысле хотела сказать. То есть у вас есть такая дочь, как Ольга. Вам очень повезло. И к тому же невозможно не завидовать, когда видишь вас вместе. Да, то есть я пытаюсь сделать все, что мне под силу, ради своей дочери. Ну, то есть нельзя сказать, что я хороший отец, но... Поэтому вы прыгнули под микроавтобус, чтобы спасти Ойки. Ой, кто рассказал? То есть машина не сильно поранила вас, да? А вы, правда, встали между Ойки и микроавтобусом, чтобы спасти ее? Что здесь такого, дорогая? То есть любой отец сделал бы то же самое. Вы очень хороший отец, господин Дамир. Вообще-то об этом нужно еще у IQ спросить. То есть интересно, что она думает. Любой отец является героем для своей дочери. И вы ее герой. Вообще-то, поначалу я подозревала вас. Ну, то есть я подумала, что вы тоже в машине, как и тот мужчина, приходящий в тот день. Дома я нашла одну досье. Внутри были данные обо мне, моя фотография. То есть я засомневалась, ваше ли это досье или того человека. Но когда вижу вас, ой, ты такие. То есть я ни за что не поверю в то, что человек, готовый пожертвовать собой, может быть плохим. Вы даже если захотите, не можете быть плохим, господин Дамир. Я тогда уложу ее спать.
Что за дела ты свалила мне на голову? Погоди ты, парень, стой. Вы можете подписаться на наш канал, чтобы смотреть больше видео, включить уведомления, чтобы смотреть первыми.